Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и начинаем новый влог. Он будет про покупки Wildberries Озон. Итак, поехали. Покупки Wildberries и Озон. Забрали еще одну партию. Так, вот пришли еще средства, еще не все еще идут. Детский шампунь из этой же серии «Лапочка», что вам в другом ролике показывала. Обалденные. Ну, на себе не пробовала, хочу на себе попробовать. Детская пена для ванны успокаивающая. У нас было средство для купания, да, это пена. Так, дальше. Это капучинатор. На Озоне заказывала капучинатор, потому что у меня сломался предыдущий. Он у меня улетел, заклятой, я его достать не могу. Поэтому заказала новый, который заряжается от USB, без батареек. Мне такой захотелось. Так, это с Wildberries патчи. Девочкам показывала в Telegram. Патчи на весь глаз, то есть дырочка посередине круглая. Будем пробовать. Интересная штука. Я такого производителя не знаю. Девочки в Telegram тоже обсуждали. Дешево и сердито. Это у нас с вами пенка для очищения рук. Взяла как жидкое мыло. Понравились бутылочки. Сейчас все откроем. Там внутри концентрат, который разводится водой и заливает сюда бутылочку. Бутылочка сама пустая. Интересно. Много средств у этого бренда для дома. Захотелось пока попробовать вот этот. Так, и здесь у нас пришел на Wildberries чехол. Я два заказала на выбор. Внутренний чехол вот как раз для кресла груши, размер 3XL. Пришло два, они одинаковые, но в этом я посмотрела, все распечатала на пункте выдачи, есть липучка. Надеюсь, совпадает и по размерам, потому что в отзывах, ну, разные отзывы, что надо замерять, в общем, с рулеткой на пункте выдачи, но я этого делать не стала. Я его все равно взяла и так больше, чем тот, который есть сейчас. Ну что, патчи, вот так они выглядят. Попробую, обязательно расскажу, но меня сразу напрягает вот это. Вот такое я не люблю. Вообще не люблю, не понимаю. Так, капучинатор. Я не знаю, где здесь фирма-то. Я долго выбирала, на самом деле, по отзывам. Что за фирма? Неизвестная фирма, слушайте. Долго выбирала по отзывам, по характеристикам. А здесь две насадки, кстати. Одна вот такая, как в миксере. И вот сам капучинатор. Без проволоки пока. Где проволока? Стесняюсь спросить. А, вот она. Тут еще собирать самой надо. Зарядка. Надевать вот эту проволоку. И вот он со мной тяжеленький такой. Тяжеленькие вот кнопочки. Сейчас надену, все покажу, попробуем. Так, а еще крючки заказали. Пригодятся сейчас для новогоднего декора. Это Озон у нас с вами. Вот такие. Так, то есть сама штука вот эта, она как металлическая получается, что ли. И они клеются. Блин, вот так. Это все дело выглядит. Ну, такое пригодится всегда. Если они плохо держат, можно добавить момента. Надо, пригодится. Так, смотрите, распечатала. Вот он, пустой флакончик. Это пенка для рук, что как бы подкупает. Мы с вами вот это средство будем разводить. Хочешь заказать еще? Наведи камеру, о, кому надо, да? Чтобы ссылку не оставлять. У нас надо разводить. Это причем продукция заявлена как эко, да. Аромат зеленого чая и алоэ подходит для детей с первых дней жизни, гипоаллергены. Даже вот так, представляете? Где здесь способ применения-то? На целую бутылку нужно вот это разводить, интересно. Так, налейте в бутылку 450 мл воды, отрежьте ножницами горлышко капсулы и добавьте ее содержимое. Все, готово средство. Вот такое вот средство. Интересно, сейчас разведу, попробуем. Так, ну вот он чехол внутренний. Вот так он выглядит. Как бы у нас был уже с внутренним чехлом. Другой на старой квартире, да пофиг, я их называю. И тут вот как раз я увидела липучку. А она важна на самом деле, чтобы чехол внутренний прилегал к внешнему. И не елозило там внутри все, и хорошо стояло. Ну, посмотрим. Внешний чехол еще на Озон придет, когда все будем тогда собирать. Так, все, сейчас капучинатор соберу. Ну, вроде ничего, шумит не сильно. Но первый на второй скорости, тут три скорости. Что-то она прям ходуном ходит как-то, не крепко внутри сидит. Вот, смотрите. Это первая. Видите, как? Вторая. На второй уже нормально, тоже не гуляет. И третья. Ну, прикольно, попробуем завтра с утра. Так, теперь зальем. Развела, сняла защиту. Она здесь была, давайте пробовать. О, класс, пенка. Аромат нежный, каких-то трав. Прям вот трав, натуральный аромат. Еле уловимый. О, смотрите, как здорово. Как приятненько ручки будет мыть. Посмотрим, будет сушить, нет. Пока мне очень нравится задумка. Пахнет, знаете, как крапивой почему-то мне. Вот, ну, натуральной крапивой, отваром крапивным.
Но приятный, сладенький такой аромат, классный. Здорово, слушай, мне нравится, как здорово. В такие флакончики потом все что угодно можно переливать. Я вот прям, мне флаконы зашли, очень минималистично. Серия покупочек с Wildberries. Давайте смотреть, что у нас там интересно. Такой красивый декор заказала. Травка зелененькая, и они расправляются. Покажу вам сейчас, поставим. Так, штрих-код, кому надо. По 200 с чем-то рублей брала, где-то 260-270, сочная зелень. Даже в фикс-прайсе вот такие вещи дороже, поэтому взяла. Мне очень подходит на кухню, может быть, один-один в детскую. Так, здесь у нас два удлинителя для гирлянды. Кстати, вот Ирина в Телеграм, тебе спасибо большое. Она сказала, что она использует как удлинитель зарядки для телефона, грубо говоря, да? Вот у нас, допустим, в спальне розетка далеко от места дислокации, грубо говоря. А я иногда засыпаю с телефоном в руках. Вот такую штуку я ее прям под диваном, может быть, от розетки пущу, как бы, и у меня все будет близко и быстро. И еще одна, кстати, две зарядки. Я не знаю, какая из них почем. Одна какая-то рублей 40-60, а вторая 100. И все они, по-моему, 2-3-метровые. Да, это на кухне, потому что у нас гирлянда на кухне висела. Но мы ее перевесили в зал. В прошлом году у нас в зале была на окне сетка с теплым светом. Сейчас у нас везде холодный свет. Поэтому заменили, с кухни перевесили в зал. И сейчас вот на кухню еще одну гирлянду заказала. И вот этот вот удлинитель к ней как раз. И ножницы. Ножницы совершенно обычные, как-то не очень дорого. Стоили тоже рублей 100. Нужны. Отзывы у них хорошие. Нужны, потому что что-то дома ножниц вот таких свободных не оказалось. Прям. Я постараюсь ссылки все оставлять. Ссылки на товары буду оставлять в Дзене только, девчонки. Почему не буду на Ютубе? Ну, не хочу. Короче, если вам нужна ссылка на какой-то товар, переходите в Дзен под видео, там ссылки будут. Что представляет из себя цветок. Сочная такая зелень, я такое люблю, как хлорофит, он типа того. Внутри зеленая губка, то есть она в глаза бросаться тоже не будет. Если вы хотите подбавить, допустим, то можно купить еще каких-то сюда растений и повтыкать, да, отдельно уже без горшка. Вот так с вами расправляем. Можно загнуть в какую хочешь сторону, да, и вот таким образом поставить или каким-либо другим. Покажу сейчас в интерьере, придумаю, куда поставить. Ой, ну классно, вот сюда, например, рядом с тостером, красиво. Мне очень нравится. Люблю, когда на столе вот стоит какая-то зеленушка. Может, сюда на поднос потом поставлю. Но нет. Вот тут прям вот в тему, мне кажется. Вообще очень здорово. Можно и на подоконник поставить. Тут у меня пока мандаринчики. Но нет, на подоконнике тоже не то. Там у нас уже новогодняя тема. А вот здесь вообще дерево, когда из дерева столешница или под дерево, как у меня, деревянные какие-то элементы, белые, серые. Вот прям сочетание обожаю. Вот красиво. Ну, у Ксюшки на столе смотрится тоже очень гармонично. Мне прям нравится. Так, вот расправить еще. Вот так. Ой, красота-то какая. В покупочке с Wildberries пришел чехол на кресло-грушу. И он великолепен. Вот как с диваном смотрится. Но он не такой малиновый, как передает. Не надо, Крестюш. Вот, он сиреневый. Камера что-то передает плохо. Он сиреневый, он не такой малиновый. И он обалденный. Это микровелюр. Посмотрела уже. Будь здоров, маленький. На складе нигде нет. Он последний был. Класс. Вообще супер. Я до этого, кстати, на Озон заказывала чехол. По-моему, Уфон. Сейчас посмотрим. Их всего два производителя. Да, я заказывала бирюзовый. Так, это Пиф-Паф. Да, а те Пуфон. У них на Wildberries за возврат 300 рублей. Сейчас поймете, почему. Вот матом хочется сказать. Заказала чехол бирюзовый, чтобы Ксюшке в комнату подходил. Микровелюр. Вот из такого же материала, мягенького. Не шуршащего, прекрасного, замечательного. 1700 с чем-то, почти 1800. Это 1600 на Wildberries. Просто не было на Wildberries голубого, вот этой марки, где бесплатный возврат, поэтому купила на Озон. Ждали долго, дождались, пришел. Пришел такой же шуршащий, как у нее сейчас на кресле, дешевка вот эта вот, чтобы вы понимали. Самые дешевые чехлы, которые стоят 500 рублей, да? И голубой, ярко-голубой, вообще не бирюзовый, ни грамма. Естественно, я сразу там на пункте выдачи сделала возврат. Мне еще пока деньги не вернули. Надеемся и верим, как бы. Вот. И у этого же производителя чехлы на Wildberries тоже стоят микровелюр, и возврат стоит 300 рублей. Представляете, 300 рублей. То есть вам придет такое Г, шуршащее, вместо микровелюра. Вы, естественно, от него откажетесь, и за это еще заплатите 300 рублей. Представляете, какие? Вот это обман. Вот знайте, имейте в виду, я еще посмотрю, как правильно называется производитель, пусть об этом знает вся страна, и передайте другим, если вдруг кому нужно, что обманывают они и на Озон, и на Wildberries, просто обманывают наглым образом людей. Вот. Так, дальше сделаем кресло, обязательно покажем. Пришла гирлянда, которая 20 метров, которая от USB. Котен, поможешь открыть коробку одной рукой, не камелько.
Вот, давай вот так как-то сейчас вместе с тобой. Ну ладно, уже вот. Я ее тоже на пункте выдачи проверила. Это 20 метров. Зеленая леска, светодиодная и 20 метров диодов. О, что это? Ага. Если... Вот, а зеленую под елку специально выбирала. Зеленого? Здесь 20 метров, да, чтобы она в глаза не бросалась. Может работать как от батареек, так от USB. На пункте выдачи проверила, все горит. Здесь где-то кнопочку он нажимал, ее включал. Слушай, а вообще был заявлен пульт? Пульта нет. Представляешь, был заявлен пульт. Точно, точно, точно. А куда он тут на кнопку нажимал, я не могу понять. Короче, я опять лоханулась. Был заявлен пульт. Вот эта кнопка, да, переключение режимов. Только, походу, надо подключить батарею. Да, пульта не было, представляете? И вот еще бумажка. Вот гады. Если возникла проблема, напишите нам. Возникла, напишу. Потому что, да, штука. Был пульт. Угу, штучки, должен быть пульт. Ладно, это не критично, с пультом мы ее, естественно, выключать не будем. Но можно было режимы. Блин, нет. Да, ладно. Нарядим елку, да, тоже покажем. Вот оно кресло. Доработали, сделали, да. Вы помните вот это серое шуршащее кресло из светофора? Сейчас все расскажу, как, что, почем. А с диваном как бы не очень перекликается, но в целом у нас много сиреневых акцентов, поэтому такой вот сливово-сиреневый тоже очень подходит. Камера его делает вам более сливовым, он более сиреневый. Плюхнись, котен, изобрази нам. Я заказала еще наполнитель, потому что когда Ксюха садится, Крестюшка нормально. А когда садимся я или Женя, спинка не встает. То есть нужно еще добавить, потому что это размер 3XL. Я, кстати, вам, по-моему, не показывала. Расстегнешь молнию, котен? Я заказывала еще внутренний чехол. Оставлю вам артикул тоже на Wildberries, потому что то кресло из светофора, оно было без внутреннего чехла. Мы пересыпали, я досыпала. Долго. Да, я брала 50 литров еще наполнителя, мы еще его подсыпали. Да, как показано, вот через бутылку, бутылку пластиковую отрезаешь, пересыпаешь, но все равно мусор на полу был. Вот. И в целом внутренний чехол на липучке, вот этот чехол тоже на липучке, то есть они вот здесь вместе. Это очень важно на самом деле. Оно большое, оно огромное, в нем сидеть теперь безумно удобно, оно мягкое, велюровое. Опять делает вам сливовым, но оно сиреневое. В целом все отлично. Заказали наполнитель, досыпали и все здорово. Так можно самим собрать кресло-мешок. И будет очень круто. Хотелось, конечно, ментоловый цвет, но вот с ментоловым на Озон случился казус, а на Wildberries больше нету. Один коричневый остался от этого производителя, и больше нету велюровых вообще. Поэтому ждем еще наполнитель 50 литров, еще подсыпем, ну, половинку, наверное, подсыпем, посмотрим. Хочется его еще побольше сделать, потому что тут запас, в принципе, еще как бы огромный, немного побольше. Чуть-чуть еще доработать. А так прям здорово. Пришел коврик под елочку. Он, правда, оказался вот таким вот темным. Темно-сиреневый, да, сливовый. Я думала, он будет посветлее. Ну ладно, все равно забрали, потому что подходит. Подходит, я белый не хотела. Что хотела вам сказать, девчонки, про гирлянду, да, без пульта. Я написала, вот, отсканировав этот штрих-код, который был на карточке, им в Телеграм. И они без проблем согласились мне его выслать, представляете? Поэтому могу смело вам рекомендовать эту гирлянду этого продавца. Они идут навстречу, вообще молодцы. Таких сейчас очень мало. Они написали о том, что, к сожалению, да, участились случаи кражи пультов, не знаю, на складе, на Wildberries или где это происходит. И они мне службой СДЭК отправляют в удобный для меня офис. Они спросили, еще удобно вам СДЭК или неудобно. У меня СДЭК близко, постаматы. И я написала им адрес, чтобы доставили туда и через, причем в воскресенье. Сегодня воскресенье, они ответили, там у них бот в Телеграм, и оператор, видимо, отвечает. Они мне ее отправили уже через буквально 10 минут после нашего общения в чате, представляете? Так что продавец молодец, гирлянда отличная, потрясающая. Покажем вам ее на елочке обязательно, покажем вам кресло-грушу. Все как бы в одних тонах, ничего, что он немножко такой темный. Я такое хотела. Сейчас распечатаем с вами и посмотрим. Такой хорошенький, велюровый, очень мягенький. Прям мягкий-мягкий. Классный материал, мне очень нравится. Так, у нас здесь бантики. Мы завязывать на бантики должны его. Веревочки вот такие. Сейчас оформим его под елочкой. То есть он круглый у нас с вами, двойной. Да, мягенький, практически как груша наша велюровая, да? Только здесь какая-то более синтетическая ткань. Вот, он у нас с вами сейчас расстелю на пол, покажу. Так, он выглядит, освещение врет наглым образом. Он темно-сливовый. Вообще класс, синим делает. И вот они, завязочки. То есть это круг с вот такими вот завязочками. Сейчас этикетку эту оторвем отсюда. Они тут не нужны. И 2-4 завязочки делается бантик.
Вот такая этикеточка. Камера опять по поводу цвета врет. То есть 100% полиэстер это у нас с вами. Почему делает камера его синим, я не знаю. Ну и на этом все, мои хорошие. На этом влог буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Артикулы на покупочки и ссылочки оставляю на Дзене под видео. Проходите, смотрите. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.